Всем привет! Сейчас будем записывать реакцию на дуэт. Кайрат и Нюша. Поехали! Поехали! Жарлы көркің сұлу жаным, бір көріп олап қалдым. Жүрегім сезген жұлу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұян жаным, қолымда дүрілейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнім дегі. Алматының воспоминания любви далекой моей, и сердце греется тайнами алматинских ночей. Ты был моим откровением, творцом нечаянных грез. Твоим было отражением я, когда летели до звезд. сказать, что удивило, ничего не сказать. Я не знаю, я вначале вообще не поняла, Нюша это будет или не Нюша. Потом, когда она появилась, потом мне показалось, что она как бы это не особо-то дуэт, что он как бы просто отдельно, да, отдельные какие-то куски, а всю песню будет он петь. Почему? Потому что он пел на казахском. Но потом, когда появилась Нюша и начала петь на русском, проникли такие мысли о том, что как вот он поет, допустим, на казахском, а она поет на русском. Как-то странно. Немножко странно. И в этот момент она запела на казахском. Это вообще была жесть, конечно. Вот. Ну, мне понравилась песня. Она такая в стиле... Я не знаю, какой у него стиль, но эта песня была в стиле Нюши. Вот. Единственное, что странно, то что эта песня очень старая. Не очень сейчас. 2016. Год назад примерно. И всего год, а качество такое, как будто ее сняли, я не знаю, ну лет 10, наверное, назад. Ее специально может... так сняли, нет? Не, это я думаю, может быть, на самом деле неофициальный клип. Потому что это не. Мне кажется, это неофициальный клип. Просто качество такое, вот все, даже не сколько качества, а вот нарезанные куски в клипе.
есть вот эти вот кожаные перчатки на Нюше, ну и все такое, такое ощущение, что это было, ну ладно, не 10 лет назад, ну хотя бы 7 лет назад. Вот вкуснят был. Ну, как обычно, что я могу сказать? Так, мы снимаем Женей, говорить я могу не буду. Мне понравилась песня, мотив этой песни. Ну, как бы, можно сказать, что у них подходят голоса. Ну, а что касается клипа, значит, видео, Женя сказала, какой. Все, в принципе, спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.